Всем привет, друзья! С вами Елена Гольникова и практика ведения дачного хозяйства. Пикировку персиков произвожу при появлении первой пары настоящих листьев. То есть всего их на растение должно быть от 4 штук. Стаканчики по 150 мл перфорирую и заполняю наполовину субстратом, состоящим из биогумуса и готового почвы брикета. В нем уже содержится верховой и переходный торф, вермикулит и нитроамафоска. Прежде чем извлечь растения из горшочка, в котором они росли, аккуратно подрыхляю под корнями деревянной палочкой. Извлекаю растения и распределяю по стаканчикам с субстратом. В середине стаканчика делаю углубление, где размещаю растения. Очень аккуратно, нежно уплотняю субстрат. И оставшиеся до семидольных листиков расстояние засыпаю биогумусом крупной фракции. В первые дни биогумус будет выполнять функцию мульчи, не давая пересыхать верхнему слою субстрата. После этой процедуры стаканчики выставляются в лоток с водой, а сами растения аккуратненько увлажняются из пульверизатора. Чтобы не обжечь досвечиванием растения, перед его включением убеждаюсь в том, что растения просохли. На сегодня у меня все. Благодарю вас за просмотр, лайки, подписку. Ваша Елена Гольникова. Желаю вам удачи на вашей самой лучшей даче.